Ну, пропускаю вот эту тему, знаете почему? Вот. Значит, она особая. Микроклонирование, так, это страшное заблуждение по производству из почки, которая не имеет, даже не из почки уже, а из клетки, которая не имеет папу, делать полноценное дерево невозможно. Просто повторю. Если почка дикая, не даст культурные плоды. Если та, нет, клетка. А клетка, если из нее делают микроклонирование, вы помните, что? Ну, кто уже знает, а кто не знает, когда услышите слово микроклон, так называются эти, вот так перекреститесь и забудьте. Если из культурной клетки вырастет дерево, то есть из клетки получается и корни, и кроны, и штамп, ветки, все, и плоды. А это овечки доли. Никогда не получится полноценно. Когда же культурная почка-то? Вот и такие вот получаются. Но это уже мы говорили, я пока просто это. Идем дальше. Итак, самое интересное начинается. Здравствуйте, Валерий Константинович. Пишет вам Павел из Новосибирской области. У вас на канале очень часто мелькают бутылки пластиковые на черенках. Как правильно, в какое время их одевать, когда снимать? Ночью холодно, одел, днем жарко, снял, в какое время их вообще убирать? Заранее благодарен. Очень коротко, потому что сделал отдельный фильм, полезайте ко мне в мой канал, как он называется, «Садоводство по железу». Вот, там целый фильм. А здесь и там десятки фотографий. Коротко. Значит, время прививок. Естественно, про жиру речи нет. Начало, видите, бутылки стоят? Начало прививок. Чуть ли не по зиме, минус 5, плюс 5. Так, вот, под бутылкой идет день за два. Именно эти саженцы пользуются спросом и авторитетом, и славой, потому что они успевают. Вы уже купили однолетний, а у него почки вызрели полностью. Благодаря вот этим бутылкам, это лишний месяц-два. Мы все время забываем, что мы чем дальше, тем на север лезем, все наглее и наглее. Когда-то это было в Италии, потом Германии, потом Польша, потом Украина, потом средняя полоса России, там уже Мичуринск, там уже этот самый Тимирязевка, а потом бах, пришло на север. Еще севернее. Вот Сибирь, видите? Ну, в общем, вы поняли. Приваем пораньше, накрываем бутылками. Вот бутылки мы, ну, в данном случае, после ветра мы их ставим на место. Плохо держится, ветер сдувает. Вот. Каждую крепить бывает лень. Заметьте, все время полностью закрыто. Если вы 5 бутылок имеете, вы можете в дождик снять пробочку, в жаркую погоду снять пробочку, похолодало одеть. Здесь ширпотреб. Никогда не снимал, так они с бутылок, так они с пробками весь месяц и стоят. Ну, бутылки снимаются в мае, поэтому жары-то особо нет еще. Вот проходит немного времени, бутылки сняты, и они дружно идут в рост. Потом про них, как корневая, они на корневых отводках, поговорим чуть позже.